Вот мы приехали на красивое озеро, такое перспективное, с отличным прозраком. Ребята вот только вышли, порыбачили. Пацаны довольны рыбалкой? Очень. Да, мы как бы не засняли, но они где-то штук 20 взяли, таких килограмм плюс-минус там. Ну, в общем, для удочки это отлично. Наиль, скажи, что ты думаешь по поводу сегодняшней нашей рыбалки? Я думаю, тебе... Пиздец. Все, ты хочешь меня это обыграть, да? Это уже третья наша, да, будет это. Да-да-да. Один-один же у нас, да. Сегодня у тебя шансов. Так. Бараночка. Ладно. Потом я какие-нибудь смайлики добавлю там, когда ты проиграешь. Можешь понаслаждаться природой. Природа действительно красивая. Что-то он там наверху стоит. Ну. Ребят, я, как обычно, он много болтает, как бы, но потом в конце видео мы увидим его. Как-то, блин, я не знаю, какие там отмазки. Обжухал меня, там, объехал, там, вперед меня проплыл. Ну, то есть много всего было интересного. На этот раз, надеюсь, такое не повторится. На этот раз такого не будет. Обжухал. На своей личной луже кашкадан не получится. Здесь мы на равных. Да, ну здесь красиво очень вообще. Смотри, он наверху там. Классно, горы. Озеро. Да, люди. Прозрачность клевая. Озеро засекреченное, никому не расскажем. Смотри, вон люди ходят по поясу. Нет, откуда? Ну, озеро, конечно. Ну, в общем, вы все увидите в видео, и потом обязательно. И потом мы обязательно заснимем конец улова. И я думаю, мое лицо не поменяется. Так же останется оно. Интересное. Говорят, самов здесь нет, но мы их найдем. Ну давай, удачи тебе. Если в этот раз проиграешь, уже смысла не будет соревноваться. Вот так сухарь в этом году. Я всегда могу сказать. Это же... Ты же теперь и местный, можно сказать. Здесь можно сказать, ты к озеру какое-то отношение. Один раз был на зимней рыбалке, да? Ну вот так, короче, ждем. Что будет дальше? И самое интересное впереди.
старый, смотри, что сделал, а. Ну, прям если ты мажешь, ёпта. На тебя нагнал. Ну. Красивый эпизод. Интересно было так, Наиль, да? Ах ты жук, а, смотри, что ты. Я жук, она и выкнул на него. В команде сыграли, да? Закончилась наша охота. Ну, могу поделиться впечатлениями. Красивейшая природа, чистый воздух, прозрак отличный. Но надо признать одно. Наиль, ты был сегодня сильнее. Хоть разница между нашей рыбой получилась 800 грамм, но я признаю свое поражение. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем добра!